Все кидают на такое Новый год. Дед Мороз. Где мое все подарки принесет. Ждешь подарки? Будь то игрушка или сладости, в преддверии Нового года дети рады любому подарку. Свой первый новогодний сюрприз в этом году маленькая Дания уже получила. Очень приятно, конечно, как же. Мы лечимся здесь и подарки получаем. Все, мы ходим сюда, здесь очень даже здорово и помогает здесь все. Утренники приближаются, готовятся. Да, утренники очень замечательные. Губернаторский новогодний подарок полагается всем детям-инвалидам от 0 до 18 лет. Всего состоит на учете в Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинска-Кузнецкого 540 человек. Новогодние подарки уже получили 480 ребятишек. Эта акция проводится ежегодно, губернаторская акция новогодняя, которая дает возможность каждому ребенку, состоящему на нашем учете, получить вот такую новогоднюю радость. Ходят и игры, которые дети могут совместно с родителями уже вечером сесть поиграть после сладкого чаепития. Для того, чтобы получить подарок, родителям детей-инвалидов достаточно прийти в Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Телефон для справок 7 45 54.